Всем привет! Снова здравствуйте! Щиты уже сделали, понятия имеем, как их делать. И к щиту теперь, спартанскому щиту, давайте теперь сделаем спартанский шлем. Как это делать? Давайте поехали разбираться. Так, заходим в ликбокс и давайте вот эту бошку найдем. Ее вытянем, и вот это вот будет наш, так сказать, эталон бойца. И вот по его черепу будем делать, короче, шлем. Так, тут теперь нужно правильно выбрать, с какого материала. Давайте вот это все объединим, эти саптулы. Нажмем Merge Down. Окей. Пусть все будет вместе. И вот теперь поехали. Жмем Append и жмем, наверное, куб. Переключаемся на куб. И теперь в геометрии давайте его уменьшим. Где-то вот так вот установим. И с помощью MOV давайте вот так его подтянем. Так, вот такая у нас будет заготовка. Еще немножко давайте уменьшим. Где-то вот так вот. Сделаем вот этой заготовки DynaMesh. Ну и попробуем теперь резку. Ctrl-Shift включаем и возьмем, наверное, вот этот круг. Trim Circle. И вот так вот попробуем все это дело обрезать. Вот так вот. Теперь давайте попробуем все это дело немножко вытянуть. Где-то, наверное, ну вот так вот. И чуть-чуть вот так вот растянуть. Чтобы все это видеть, все вот эти вот поля. Так. Ну и теперь чуть-чуть кверху поднимем. Вот где-то так. На уровне глаз вот этих вот. Ну и попробуем теперь тут резать. Только резать теперь будем вот с помощью Trim Curve вот этот. Ставим вот так вот боком. И попробуем вот так вот. Ну и немножко, наверное, пройдемся вот так. Где-то вот таким макаром будем пока лишнее убирать. И вот так вот полосовать. Так, что-то вот такое у нас получается. И вот здесь вот давайте чуть-чуть тоже поубираем вот эти грани. Пока чисто интуитивно, без симметрии, прибираем все это дело. Так, что еще можно здесь сделать? Попробуем немножко вот так ее обрезать. Вот так вот. И теперь поработаем опять Move Topology. Ставим симметрию X и вот так вот придаем внешний вид нашему шлему. И теперь сделаем DynaMesh. Вот таким макаром и поработаем немножко полишем. Сделаем draw size поменьше, интенсивность чуть-чуть поменьше. И вот так вот все это дело немножко сделаем мягче. Придадим какой-то вид. Вот так вот, здесь вот, вот так вот. И сделаем теперь
Мир Энтвелл. Ну вот, где-то в таком духе заготовка есть, пусть пока не казистая, пойдет. И теперь надо все это дело замаскировать. Вот где-то вот таким макаром. Ну и теперь можно все это дело вытянуть. Вот так. Ну и ротации немножко повернуть. Так, вот что-то такое у нас получается. Давайте посмотрим, что да как. Снимем теперь выделение и сделаем Dynamesh. В геометрии сделаем теперь релакс. И сделаем одну полигруппу. Ctrl-W. Так, и теперь будем опять с помощью Move Topology уже дорабатывать. Вот так вот здесь сделаем. И здесь немножко вот так вот придавим. Вот такая заготовка у нас получилась. Здесь можем чуть больше вот так вот прибавить. И вот уменьшаем draft size и уводим вот эти вот части. Вот так. Все, теперь нам надо это все дело вырезать. Добавим Ctrl-W. Сделаем теперь дубликат. Переключимся на наш дубликат и включим прозрачность. Голову можно отключить. Можно включить поле F. Так, и с помощью Scale все это дело уменьшим. Или можно в геометрии. Так, вот так у нас получается. С помощью Move подвигаем вот так вот вперед. И теперь с помощью вот этой вот brush кисти Move Topology включим, посмотрим, симметрия включена. И немножко внутри вот так вот подобавляем. Сильно не добавляйте близко, потом будем еще раз вычитать и уже сделаем более-менее ровное. Все будет ровно. Так. Ну а вот эту часть уведем чуть назад. Вот так вот. Вот таким образом. На верхнюю часть пока не обращайте внимания. Она нам пока, в принципе, не сильно-то и нужна. А вот задняя часть не мешала бы ее чуть-чуть подкорректировать. Так, вот такое у нас получилось. Убираем Dell Lower. Заходим в саптулы, ставим вычитание, переключаемся на первую заготовку, merge down, как всегда, и снимаем выделение. Так, вот такая вот неказистая у нас получилась, неказистое вычитание. Так, это не проблема, совсем не проблема.
Убираем резку, trim rect, уменьшаем draw size. И вот эту часть можно обрезать. Вот так. Теперь переключаемся на trim circle. И вот эту часть можно тоже обрезать. И вот это тоже. Вот так вот. Ну и порежем, наверное, лицевую часть. Смотрим, где да что. И вот так вот ее отрегулируем и погнали. Жмем Alt, Alt, Alt. Вот все нормально. Теперь будем моделировать уже. С помощью симметрии. Вот так все это дело корректируем. Выдавливаем, включим нашу голову, уберем прозрачность. И вот так вот потихоньку, не спеша, все это придаем вот этому всему внешний вид. Центральную часть больше приподнимаем. Потом мы тут сделаем ребро. Так, где ухо чуть прибавляем. Ну и в принципе немножко поработаем опять с резкой. Вот эту часть можно посильнее чуть удалить. Вот так вот. Здесь вот где скулы прибавляем. Вот так вот. И немножко вот эту часть вдавливаем. Вот так вот. Сделаем draw size побольше. И вот эту часть опустим вот так чуть ниже. А вот эту вот так вот приподнимем. Вот так вот. Ну, в принципе, вот такая вот заготовка вот такая у нас получается. Здесь вот заднюю часть тоже чуть-чуть можно ее вот так поуводить и прибавить немножко. Ставим Ctrl-D, Ctrl-D. Делаем дубликат опять же. И вот теперь постараемся ее более точно вычесть. Прозрачность включим, уберем опять на голову. И вот в геометрии зайдем и уменьшим. Смотрим, что да как тут. Ориентироваться давайте будем по нижней части, тут видней. Вот так вот вытаскиваем ее. И вот так вот опускаем. Так, теперь давайте сделаем вот этой заготовке Dynamesh.
Посмотрим сетку, сделаем Ctrl-W. Вот так вот. И попробуем вычесть. Вычитание. Merge down. И вычитаем. Нажимаем Ctrl-Shift и давайте поудаляем ненужные детали. Жмем Modify Topology Del Hidden. Сделаем теперь Mirror and Well. И попробуем теперь все это дело еще раз порезать. Ну и немножко ее поподтягиваем. Вот так вот. Так, теперь нужно лицевую вот эту часть сделать как положено. Вот так вот чуть-чуть ее уменьшаем. А вот эту часть глазную сделать чуть-чуть поквадратней. Вот так вот. И вот это дело все направить немножко вовнутрь. Вот так вот. Ну и давайте добавим центральную вот эту часть под нос. Сделаем чуть-чуть ее здесь меньше, а вот здесь чуть-чуть растянем. Где-то вот так вот. Вот таким образом. И немножко лобовую часть прибавим. Вот эту вот так. Так, все это уже нормально. Здесь еще потом можно поработать вычитанием. Ну и давайте добавим сферу. Append сфера. Переключимся на нее, включим Scale и уменьшим. С помощью Move подставим наверх головы, выровняем и вот сюда ее опустим. Вот так вот. И немножко уведем. Чуть-чуть приплюснем, переключимся на голову нашу, уберем волосы чуть поглубже, они нам не нужны. И вот теперь опять на сферу. И вот так вот ее подкорректируем.
Так, ну что теперь нужно сделать? Нужно здесь вот вычесть подуха и немножко вот здесь вот поработать маскированием. Так, переключимся опять. Вот это маск курл. Курл. И вот так вот выделим. Вот таким образом. Делаем Ctrl-I, ставим ровно вот так вот и делаем ротацию. Вот так. Теперь делаем ротацию чуть вниз, вот под таким углом. И все это дело теперь снимаем выделение, проходим сглаживанием вот так вот. Вот так вот. Вот такой уже шлем получается. Здесь можно теперь пройти полишем, объединить. Давайте объединим сразу вот эти саптулы наши. Делаем merge down, чтобы уже цельный был. Так. Ну и поработаем вот с этой частью центральной верхней. Поставим полиш. Уменьшим интенсивность чуть-чуть. Прибавим чуть-чуть drop size. И вот так вот чуть-чуть протянем. Вот так вот. Здесь тоже сделаем поменьше. Интенсивность уменьшим. Так, и вот так вот ее еще здесь подкорректируем. Вот так вот. Теперь поработаем с задней частью. И немножко Move Topology. Так, и теперь вот так вот шпиль. Вот этот шпиль нам надо уменьшить. Сделать чуть-чуть поострее. Вот так. Заднюю часть подкорректировать тоже с помощью вот этой вот кисти Polish. И вот так вот кант прибрать. Так. Чуть-чуть опустились. Вот так этот кант подымем. И немножко вот эту часть еще подкорректируем. Вот так вот. Делаем Ctrl-D.
Проходим немножко сглаживанием. Все это дело делаем помягче. И сделаем DynaMesh. Так, вот такое у нас получается. И теперь надо это все дело чуть-чуть кое-где пролепить. Ну, погнали. Немножко добавим объема, вот где челюсть идет, вот в таком духе, вот так вот. И вот эту часть чуть-чуть сделаем побольше. Вот так вот. Так, ну и можно теперь опять Move Topology и вот эту часть вот так чуть-чуть вытянуть. Вот так. А эту немножко вот так втянуть. И вот эту часть немножко увести. Смотрим сбоку. Все нормально. Вот эту часть подводим, эту чуть-чуть вот так вот прижимаем.
Так, смотрим теперь боковую часть, вот эту, вот так ее прибавляем. Делаем ее более такую с изгибом. А вот эту часть уже немножко вот так вот выворачиваем. Вот так вот. Так, давайте еще раз чуть заладим ее, сделаем помягче. И немножко вот так вот ее тут еще подкорректируем. Такая болванка получилась под заготовку шлема. Еще тут нужно многое что сделать, но в принципе вот такой вариант вот этого всего изготовления. Можно добавить толщину, можно доработать какие-то детали, добавить тут удары от мечей и так далее, подкорректировать вот эту часть. Ну, в принципе, вот так он выглядит. Все, всем пока, до свидания.